16,5 тысяч участников – это новый рекорд ульяновского кросса нации, что на 1500 больше, чем прежние достижения. Напомним, всероссийский проект проводится в регионе с 2007 года. Старты прошли во всех районах области. В Ульяновске главная площадка – биатлонная база «Заря Улгу». Среди почетных гостей состязаний – известная ульяновская бегунья, мастер спорта международного класса Наталья Шагиева. Сегодняшнее мероприятие, оно дает, во-первых, наверное, эмоции, те эмоции, которые сподвинут на какие-то действия людей, заряд в дальнейшем тоже так же здесь. Ну и, конечно, здоровье. Здоровье, еще раз здоровье. Это очень важно. Более 1000 участников. Среди них ветераны спорта, известные спортсмены, тренеры и, конечно, школьники и студенты. Мне нравится спортом заниматься, ну, во-первых, за то, что дают баллы к ЕГЭ. Во-вторых, поддерживать форму свою можно и саморазвитие. Бег – это философия. Это здоровье, это жизнь, это прежде всего здоровье, потому что когда ты бежишь, у тебя работает все. И ноги, и руки, и ты одновременно и оздоровляешься, и занимаешься спортом. Биатлонный комплекс «Заря Улгу» легкоатлетическую акцию принимает уже не в первый раз. Такое доверие – результат кропотливой работы по совершенствованию спортивного комплекса, который проводят не только областные, но и всероссийские старты. Приняли решение об увеличении финансирования и создании здесь еще дополнительной трассы, которая будет хорошо освещаться и которая будет приспособлена для любого человека, который преследует здоровый образ жизни. Для участников приготовили несколько беговых дистанций. От 50 метров для самых маленьких до 2 километров для самых сильных и выносливых. Победителями в забегах стали представители Ульяновской 22-й школы Мария Антонова и Руслан Хамидуллин, а также ульяновцы Екатерина Солоненко, Никита Степанов, Екатерина Рублева и прославленный ульяновский марафонец Евгений Мартьянов, мастер спорта международного класса, победитель различных всероссийских стартов. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.